28 ноября по 2 декабря в Омске состоится 38-й всероссийский турнир по художественной гимнастике и памяти заслуженного тренера Советского Союза Галины Горенковой. За награды поборются более 400 сильнейших спортсменок страны. Почетным гостем соревнований станет воспитанница Галины Горенковой, заслуженный тренер РСФСР Галима Шугурова. Торжественное открытие состоится во Дворце художественной гимнастики 28 ноября в 18:30. Возрастные ограничения 0+.